Три раза в день, в 7 утра, в 11 и в 16.00, автобус под номером 4 отправляется от автовокзала в сторону центральной районной больницы, вдоль по улице Кариева до выезда из города. Детский сад Буратино, Нурлатская гимназия, остановка Большая Ложка и снова на автовокзал. Этот немаленький круг автобус проходит за 25 минут. По просьбе жителей города Нурлат по новым микрорайонам задействован на 4-й городской маршрут. Вот сегодня мы запустили, пока изучаем. Когда уж там более-менее народ наплыв будет, в это время он ездить будет по городу. Маршрут движется небольшими улочками и частным сектором, что очень удобно для жителей отдаленных улиц. Теперь добраться до центра можно всего за пару минут. А какие еще маршруты нужны нурлатцам? 20 минут ждем. Один поехал в Сахарный, другой вот Курмышна, но его нет уже. Мы живем в Ключах. У нас там утром заезжает автобус, вроде как нормально. Утром, по крайней мере, уезжаем на нем. А другие микрорайоны я не езжу. Ну так вроде нормально, конечно, хорошо, здорово. У нас в других микрорайонах живут родственники, было бы неплохо. Стоимость проезда всего 15 рублей, пока время движения лишь изучается и будет подстроено под наиболее удобное для горожан время. Луиза Гильмудинова, Инсаф Миниханов, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».